Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Когда плачут цикады» или «Хигураси не на кокороне». И по счету будет 27-я серия, 27-й эпизод. На прошлых, в общем-то, выходных я уже выложил предыдущие 25-ю и 26-ю серию. Теперь, в общем-то, записываю к этим выходным. Так, очередные, в общем-то, два эпизода. Так, я как помнится, в прошлой серии, в общем, закончилось тем, что там Китти Мэйбар, главный герой, шел, в общем, по улице. Видимо, хотел встретиться с этой, в общем, сестрой Мион Шион. Отблагодарить ее за этот еду, которую она, в общем, принесла ему домой. И, в общем, там случилась такая ситуация в итоге, в которой он попал, в общем, в беду. Какие-то мужики, в общем-то, его могут убить за то, что он толкнул их мотоциклом. Так. Задрали, в общем, так, это мы, по-моему, читали. Задрали, раз, придурки, исчезните, чтобы я вас больше не видела. Издалека донесся чей-то голос, да. И, в общем, кто-то его, непонятно пока кто, его из этой передряги, в общем-то, как спас. Таким образом, мы сейчас узнаем, думаю, кто это на самом деле. Неотпускаемого воротника троица круто повернулась. Трое, в общем-то, каких-то парней, что ли, не знаю, или мужчин, которые, в общем-то, были владельцами этих мотоциклов, которые Кейти Мэйбара толкнул, и они в итоге упали. На него чуть ли не могли бы, в общем-то, в итоге его побить хорошенько за это, но он, в общем, избежал этой участи. Благодаря другому человеку, который, в общем-то, крикнул на них. Это, да, оказалось Шион. Ты кто, а? Там стоял Шион. Нет, Мион стоял. Так постоянно, в общем-то. Наш главный герой путает их почему-то. Хотя, на самом деле, ну, здесь как бы вначале как бы можно понять, почему он их путает. Только можно вначале, как бы, первый раз, когда еще новелл читал, то я вначале думал тоже, что как бы это на самом деле один и тот же человек, просто, ну, разные его личности, как бы. В одной обстановке он один, в общем, ведет себя так, а в другой, в общем-то, по-другому уже ведет себя. Бывает, наверное, что терялись такие люди. Там стоял Шион. Нет, Мион стоял. Прочно расставив ноги, она так свирепо глядела, я никогда ранее такого не видел. И картинка довольно красивая, она будет, думаю, сохранить на этой картинке. На память. Так, сюда вот. Скриншот, конечно, по-моему, скриншот мне, по-моему, не получится сделать. Или нет, или медикам он мне может сделать. Делать вообще медикам. О, скриншот сохранился, отлично. Так, это не тот взгляд, который можно видеть во время клубных потех. Так. Ладно, все, пошли. Это вгоняющий в леденящую дрожь цепкий взгляд ястреба. Ну, он страшен до дрожи в коленках и в то же время чертовски внушает уверенность. Вторая, последний раз. Отпустите Кейтяна и вгорите, покуда целы. Недоброжелательно помолвила Мион без малейшего страха в голосе. Естественно, трое хулиганов только вскипели. Обстановка миг накалилась до предела. «Ах ты, сука! Ты на кого пасть раскрыла?» «Стой, Мион, они все равно как взбесившиеся собаки. У них все тормоза снесло». «Мион, опасно же! Иди скорее!» «Жалко звучит, знаю. Но я не могу ее впутывать. Как ни гляди, Мион попросту пытается их запугать. Впрочем, сел бы она стала так делать. Тут я наконец понял. Число участников стало прибывать. Капля за каплей. Сперва я подумал, что шедший домой конторский работник остановился на нас поглазеть. Затем поглазеть остановились женщины с продуктовыми сумками в руках. И когда поглазеть вышел какой-то дядька из продавцов, стало понятно, что кое-что тут не то. За спиной у Мион стояло уже семеро. И не похоже на то, что к ней появились на помощь друзья.
так как народ подошел самого разного возраста и пола. Похоже, и до троих-то негодяев потихоньку дошло. Что-то не то творится. Что за шобла? С другой стороны тоже стояли самые разные люди, четверо где-то. Девушка примерно из 10 класса, дядька в фартуке хлебопека, бабуля в фартуке с длинными рукавами. И еще самых разных поколений стояли там люди. И они смотрели взглядами, не уступавшими в свирепости взглядам Ион, угрожающими. До меня дошло, что нас окружило уже больше 10 человек. И к окружению спешил присоединиться еще не целый пяток детей. Некоторых я знал. Там и мои одноклассники. Они, значит, все из Хинамидзавы? Люди Хинамидзавы пришли к нам на помощь. Население Акиномии шло мимо нас быстро, еще больше подчеркивая разницу между нами. Хрен ли вам надо? Валите с Саи дорогой. Вокруг собралось уже 1-2 человек. На хулиганских рожах начало проявляться беспокойство при осознании того, что их окружили. Никто, в том числе имен, не произносил ни слова. Неестественнейшая, пристранная и тем устрашающая картина. Одни лишь голоса хулиганов раздавались его воплями. Кто-то шагнул вдруг вперед, и затем все шагнули вперед, сжимая кольцо. Побледнев, хулиганы продолжали орать, прижавшись друг к другу спинами. Они крыли круг площадную бранью, но странно звучало она так, будто те вызывали о помощи. «Так, что тут у вас? Что тут у вас?» Нежданно-негаданно плечистый полицейский пробился сквозь круг. За ним виднелось два полицейских автомобиля. Наверное, кто-то из прохожих вызвал. Из второй машины вылезли несколько не менее крепких мужчин, после чего тоже побежали к нам. «А, вы как раз вовремя, граждане полицейские. Они попались на вымогательстве. Прошу взять их под стражу». «Да ты охренела!» «Пацан, первый начал!» И он стал обычной собой, спокойно позволяя полицейским разобраться с хулиганами. Ясен пень, хулиганы взбесились. Однако выбора им никто не оставил. Они проиграли. «Ладно, вы идете с нами. Шевелитесь, ну...» Схватив хулиганов под мышки, полицейские поволокли тех к себе в автомобиле. «Начальник, не замай! Это мы здесь терпилы, слышь? Твою мать!» Сколько бы они ни орали, полицейские не станут их слушать. Их мгновенно распихали по машинам. Кажись, они продолжали голдеть и внутри, но мне их уже не слышно. О, Аиси-сан появился. В общем, да, помнится, как по первой главе, в общем, там немаловажный ролик играл в сюжете первой главы. Но здесь он, ну, вообще во все главы будет играть немаловажную роль. Не второстепенный такой персонаж, особенно в последних главах. «Вы в порядке?» «Не ранено?» «Детектив, наверное». Главный полицейский заглянул мне в лицо. «Ага, нормально». «Что ж, худо без добра не бывает. Счастливого лета, значит». Дородный полицейский глядел честное собрание и слегка поклонился. «Выражая благодарность вашему гражданскому быстродействию. Сей город хранит покой только благодаря вашему единству. Что весьма чудесно». «Спасибо и вам за поддержку, детектив Аиси. От лица граждан выражаю признательность за вашу ежедневную службу. Для нас высокая честь видеть целого детектива, соизволившего проведать наше захолустье». Как-то не очень дружелюбно, что он говорила. Ну, видимо, как Мион в том числе, не очень, наверное, любили этого детектива. «Так получилось. Я как раз ехал из участка, когда пришел вызов по радио, ну и сделал небольшой крюк. Желаю успеха в работе. Искренне за вас молюсь». «Буде вам. Хорошо, что никто не пострадал». «Оиси-сан, все готово. Едем». «Что же, счастливого вам всему года. Не могли бы вы любезно дать мне пройти?» Дружелюбно посмеиваясь, детектив по имени Оаиси, грозно переваливаясь, прошел сквозь кольцо и забрался в ожидавшую его полицейскую машину,
которая в ту же секунду завелась и помчалась прочь. Все случилось в одно мгновение. Так быстро пролетело, что я ничего не успел понять. Полицейские даже не расспросили толком, что здесь творится. Они как будто похватали хулиганов только с тем, чтобы толпа разошлась. Когда их машины исчезли вдали, Мён звучно щелкнула пальцами. Ну шо он же, блин, наша мать. Отлично, мы справились. Больше эти паразиты сюда не припрутся. Все кончилось, значит. Все сразу заулыбались, а напряжение пропало бесследно. Незнакомый дядька поднял меня на ноги. Все порядок, сынок моей бары. Ты давай потом осторожнее выбирай, с кем дратишься. Да я не хотел с ними драться. Точно, Зэл? Сходил бы, да рентген сделал на всякий случай. Просила меня незнакомая тетенька с искренней заботой. Нынче нас здесь оказалось приличным. Станции сейчас покупок. Но впредь веди себя осторожнее. Здесь я лихой народ ходит. Усек? Предупредил меня бабушка в длиннорукавном фартуке. Победно хлопнув по низким подставленным ладоням, Шион подошла ко мне. То, блин, Мион называет ее Шион, хрен. Сам Дим путает. Ну и ну, что на тебя нашло, Кейтин? Действительно, выбирай преть, с кем связываться. Спасибо, Мион. Ой, спасла меня. Но я же Шион. Шион покраснела, потупила взор. Сеструха передала. Твой ключ с морским котиком. Твой ключ с морским котиком, Китян. А, угу, мой. Я за ним в ресторан ехал. Так ты забылся, и поэтому они к тебе привязались? Теперь покраснел я. Стыдно признавать, но попала напрямую в цель. Ай, ладно, не повезло, вот и все. Зато благодаря Шион я остался цел. Не стоит благодарности. Но, Кейтин, дай слово, что сам придешь на помощь, коль завидишь, как кому-то приходится туго. Мы такое ценим. Я понимаю, какое среди них духовное братство. Но только что... Да я знаю, вы меня спасли, грешно говорить, но казалось мне, это уж чересчур. Вы меня спасли, но, честно сказать, довольно жутко. Так ты идешь? Устал ведь, отдохнуть надо. Я угощаю. Кажется, в моих глазах появились непонимание и обескураженность. Не дожидаясь ответа, Шион зажигала к ресторану. Когда плачут цикады или Хигураси Нинако Корани, 27 эпизод, продолжение следует. Прохлада внутри ресторана понемногу меня успокаивала. Тело немного ноет, но того жестко сковывал мышцы страх. Одетая в форму ресторана Шион принесла пару стаканов холодного кофе. Вот ледяной кофе. Билетик отдай в кассу, пройдешь бесплатно. Мне так стыдно за все, но я благодарно принял от нее билет. Такой хороший день был, а я с дурой напитокурил. Сам все испортил. Но черт возьми, ты мне шкуру спасла. Шион, ты выглядела незакрушимой. А, сама-то боялась. Но я знала, что Кейтин в беде. Поэтому собралась с духом и сделала все возможное. А, только вот интересно, какой это был и по счету, то ли... По-моему, уже в 6 главе будет, или в 5 главе. Немножко похоже по сюжету на эту, только там другие события немного все равно будут отличаться. Там, помнится, как раз Шон попадет в такую ситуацию, и как раз ее Кейти потом ее так и поможет ей. В общем, наоборот, все случится, как будто, не знаю, такое альтернативное измерение окажемся, параллельным этому. В общем, все это увидим. Смущенным видом она показала бицепс. Шион, спасибо тебе огромное. Я поблагодарил Шион. Только поблагодарить хотелось Мион. Мион, спасибо тебе огромное. Да, давай-ка веселее гляди. Ежели чувствуешь за собой должок, тогда не проходи мимо. Помоги, когда кто-то в беде. Скажем, если в беду, попаду я. Обещай, что поможешь. Ну да, само собой. Обещаю. Ахахахахаха, все, теперь-то не отвертишься. Шон обрадовалась моему обещанию. Если я попаду в беду, Кейтян придет мне на помощь. Надо поскорее попасть в беду. Заулыбался таки. Шон, улыбаясь, потыкала меня в щеку. Веселый, Кейтян неправильный.
Давай, улыбайся же, улыбайся. Щекотно. Переста... Аха... Шон все-таки удалось меня развеселить. Напряжение в конце концов начало таки отпускать мускулы. Проголодался? Лично я хочу блинов. Будешь блины, Кейси? Подумал отказаться, но тогда бы я был не я. Посему ответил без лишних стеснений. А они вкусные-то? Блинам я придирчиво особливо. Ой, блинам я придирчив особливо. Ахахахахаха. Просьба не волноваться. Наши блины заслуженно пользуются доброй славой. Шон заказал блины у случившейся рядом официантки. Довольно причудливо видеть, как официантка другой официантки приказывает. Эй, Шон, разве не твоя смена нынче? Сидишь тут и болтаешь со мной. Разве так можно? Я сказал дядечке, что Китян спас меня от плохих ребят. Он сам сказал, чтобы я тебя угостила. Эй, случись ведь как раз наоборот случилось-то. Неудобно это как-то. Ай, неважно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. К тому времени, как принесли блины, разговор пошел уже совсем свойски. Уминая на пару блины, мы говорили ни о чем. О телепрограммах, о знаменитостях, о любимых занятиях, о еде. Словом, болтали о пустяках. Разговор я понял окончательно, что он самое что ни на есть девушка и душой, и телом. Ну ты чудак, мой Баракейти. Шион и Мион одна и та же личность. Для начала основа. Да уж. Единственное различие, что Мион отказывается признавать себя Мион. Да уж, такое. Ляпает он. Но почему тогда мы ведем столь непохожие разговоры, а? Так ты не считаешь сеструху девушкой, да, Кейти? Вовсе нет. Считал бы я ее парнем, я бы из нее давно фарш сделал. Ага, конечно. Думается, вы так близки, потому что между вами вообще нет полового влечения. Ну как вам, тут не завидовать. Не совсем тебя понимаю. Ну, на мой взгляд, Мион слишком хороша, чтобы девушкой быть. Эй, Кейтян, это половым неравноправием называется. Ахахахаха. Прям смешно. Ее замечание заставило меня задуматься. Блин, ее замечаниями заставило меня задуматься. А, и правда, чем таким особенным отличаются Мион и Шион? Мион есть Мион. Неудержимая лучшая подруга, да еще и заслуженная капитан клуба. Всегда на три шага нас впереди. При встрече я ее 5 годами раньше, подозревая, прожил бы их намного счастливее. Ну а Шион? Младшая сестра Мион с первой встречи 3 дней не прошло. Я познакомился с ней только из-за того, что знал ее сестру. Шион тоже знал меня только со слов сестры, а в первый раз повстречался со мной менее 3 дней назад. Так в чем разница между Мион и Шион? В близости? В теплоте ее отношения? Потерявшись в роющихся мыслях некоторое время... слов Шион я не разбирал. Вот. К примеру, ты слушаешь? А, прости. Да, слушаю. К примеру. А, да, вот мы с сеструхой попали в беду. Свисаем, значит, мы вдвоем со скалы. Кого спасать станешь, Китя? Спасти можно лишь одну. Спросила она незлобиво, словно играющись. Ну и вопросец. Я бы вас обеих спас, но не могу, правильно? Именно. Придется выбирать между Мион и Шион. Кого выберешь? Ну, Мион вряд ли попал бы в какую-нибудь беду, да, и тогда она, скорее всего, быстро сообразит, как выкарабкаться самой. А, зато Шион обыкновенная слабая девушка, так? Значит, выбора у меня не остается. И сеструху ведь уберешь, да? Ага. А если Мион да Шион впрямь? Два разных человека. Я не мог вымолвить ни да, ни нет. Она улыбалась, но взгляд ее прибивал к месту. А, короче, в том-то все дело. Сеструха, она... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прошу прощения, сама забыла, что сказать хотела. Шон говорила, будто бы весело, но мне услышалось иное. Пытается Мион передать мне что-то с устами
что-то устами Шион. Выводит из себя, что не могу и четко ее понять. Речи замешательства Шион круто повернула русло беседы на 180 градусов. Англоморт написано. А ты тогда как удивился быстро собравшемуся народу? Само собой, еще как удивился. Чай, Нирена, Досатека сбежались. На помощь пришли молодые и старые, как мужского пола, так и женского. Они все хинмидзавцы, так? Так, да. В хинмидзаве мы все друг другу свои. Враг одного, враг для всех. Хаты с краю нет ни у кого. Эхе-хе. Взаимовыручка у нас в крови. Если кому-то плохо, все приходят на помощь. Чисто мафия или якудза какая. Не говори так. Будь благодарнее, благодарнее. Тебя ведь спасли, Кейтин. Вот и не забывай. Покивал. Сам знаю, нужно быть более благодарным. Близкие же жители Хинмидзавы, и сколь прочен между ними союз. Со старины пошло, быть может. Хинмидзава в прошлом столько раз подвергалась угрозе исчезновения. И всякий раз мы поднимались как единое целое, и верились за выживание и побеждали. Такова наша история. Ну да. Вот, например, Китян слыхала о проекте строительства Хинмидзавской дамбы. Проект Хинмидзавской дамбы? Может, и слышал когда-нибудь от кого-то. Около десятилетия тому назад предложили друг построить здесь дамбу, которая деревню бы затопила. А, ну да, отец говорил что-то такое. Но проект отменили, так ведь? Мы добились отмены. Мы объединились. И одержали победу в результате долгой войны. Ого, припоминая что-то такое. Народные волнения усиливаются. Печаталось повсюду в газетах с журналами. Потом проект отменили. Похоже, речь о дамбе заходила, когда я на свет еще не явилась. Поначалу толки велись о предположительно небольшой плотине для борьбы с осушением почв. Затем, как прорвало, дело пошло к неимоверного размаха ГЭС, едва ли не самой крупной в Японии, которая затопила бы не только Хинмидзаву, но и несколько других деревень выше по течению. То есть, в общем-то, гидроэлектростанции. Полное название это расшифровка этого сокращения. Тут же поднялось возмущение. Ну, парламент послали прошение отменить стройку. Это мы помним, по первой главе еще знали там как раз. Об этом узнали. Сначала Кити узнал об этом из газет, по-моему. Там как раз, как помнится, узнал об этом убийстве там первом. На день в Анагасе. Потом уже стал расспрашивать своих друзей об этом. Здесь немножко по-другому все это раскрывается. Да и события немного другие будут. Другие, в общем, там другая мистика, не то, что было в первой главе, тем как раз это было очень сильно интересно. Парламент послали прошение отменить стройку. Даже в Токийское министерство строительства приезжали вручать письмо министру застройки. Землевладельцы подали в суд на застройщиков с обвинением в должности утверждаемого ими на бумаге. Землю поделили на много участков, дабы увеличить число владельцев и тем самым замедлить ход стройки. Они попытались выкупить нашу землю, и это было еще ничего, цветочки. Но в конце концов они стали пытаться отнять ее у нас. Тогда-то начались драки с полицейскими, с полицейским спецназом. Полицейский спецназ... Что, правда? Они били жителей? Били. Пинали. Меня тоже били. Где-то тут, кажется. Кожа сорвало, кровь хлистала ручьем. С такими словами Шион постучала себе по виску. Ты обратилась в полицию? Глупо жаловаться на полицию, на полицейский же произвол. Ясное дело, ее и слушать-то не стали бы. Она не могла доказать, что ее ударил спецназовец, да и ударивший мог прикрыться тем, что исполнял свои обязанности. Она оставила палки в колеса. Бабуля в конец рассверепела, и тогда вообще жуть началась. Пошла настоящая война. Мы не могли полагаться на какой-то там вздор, на вроде сидячих забастовок. Мы били по ним еще. Сначала подали в суд на застройщиков дамбы, требуя застопорить строительство.
договорились с именитым ученым, чтобы тот выступил в защиту бесценной природы окрестности Химензавы. Давили на фронтах префектуры и города, требуя отставки городоначальника, давшего согласие на постройку дамбы без учета мнения местных жителей. Устроили ему темное, что называется. Естественно, в самой Химензаве развернулась ожесточенная битва, достойная названия дамбовой войны. Дабы остановить произвол полицейских отрядов спецназначения, жители обратились к телевидению, показав жестокость полиции широкой общественности. Даже специальную телепередачу сделали, которая показывала правительство выпирающим жителей из деревни, причем показывала по всей стране. Сработало на ура. С тех пор полицейский спецназ носа к нам не совал. Изо дня в день продолжались выступления, клич о которых разносился где только можно. Круг сочувствующих расширялся от Химензавы к другим областям. И в итоге деревенские жители добились таки своего, хотя возможно, что правительство и само сочло постройку дамбы невыгодной. Но несколько лет назад проект строительства дамбы решили заморозить на неопределенное время. Мы делали все, на что только были способны. Вся деревня сражалась единым целым. Тогда было так трудно, но теперь, когда все уже позади, есть о чем вспомнить. Единение и взаимовыручка жителей живут и поныне. Закончив рассказ, Шон уставился в окно. Ее глаза выражали не грусть, а некую даже гордость. Такое вот единство, это здорово. Нелегкое дело, наверное, собраться молодому и старому ради одной цели. Согласна с тобой. Проект строительства дамбы стал для нас тяжелой проверкой на прочность. Но в борьбе против него мы получили столько ценных уроков. Испуг от недавно произошедшего пропал окончательно. Стычки с хулиганами, быстро собравшаяся подмога, меня напугала. Но теперь мне уже стыдно за свой испуг. Они готовы стоять на смерть за родную деревню. Оттого между ними такие крепкие узы. Возможно, неразумно так говорить, но я несколько им завидую. Был бы я в Химензаве во времена повстанческого движения, вероятно, сам бы теперь разделял то единство духа. Ты можешь не сознавать себя своим для деревни, потому что в Химензаве тебя тогда не было. А вот остальные признают, причем твердо. Кетян, пускай ты только переехал, но для нас ты свой. Ты полностью права. Я только-только сюда приехал, а на помощь мне собралась куча народу. Многих я по именам-то не знаю. Очень потеплело в груди. Сидя в городе, я вообще не интересовался тем, кто живет у меня по соседству. И считал такое нормальным. Но здесь оно видится диким, ущербным. Я принимал их за сторонних людей, а они считают меня другом. Я счастлив, а на сердце тепло. Внутри все распирало необъяснимое чувство. Сенозаки-сан, хозяин велит вам приступать к работе. Официантка постарше призывно махала Шион рукой. Похоже, той пора заняться своей работой. А, хорошо, уже иду. Прошу извинить. Мне следует возвращаться к работе. Лады. Спасибо за беседу. Приятно пообщались. Ах, ты домой? Ага. Маманя все уши прожужжит, если не вернусь к ужину. Казалось, что он хотел что-то сказать, но промолчала. Не наговорилась, видать. Увидев ее лицо, я раскаялся в том, что расстроил Мион своими словами. Не успел я ничего сказать, а утешение, что он встал из-за стола. Держи. С билетом блины бесплатные. Она важно показала мне рулон с билетиками. Оторвала от него несколько и вручила мне. Славно, не правда ли? Мне выдают бесплатные билеты поверх зарплаты. Да ладно, я заплачу за блины. Ну-ну, когда я таким сдержанным стал. У сеструхи-то поди с радостью приняла бы. Смеясь, она мягко вынудила меня убрать ладонь с кошельком обратно в карман.
Ее улыбка говорила, что я ничего ей не должен, но все же я почувствовал себя задетым. Санадзаки-сан, подойдите, пожалуйста, к стойке. А, да, иду сейчас же. Пока, славный денек провели. Улыбаясь, попрощался Шион. Бывай, Мион. За сегодняшний день большое тебе спасибо, я никогда не забуду. Если не врешь, тогда уж не забудь оплатить при случае. Буду ждать и надеяться. Сообразил, что нечаянно назвал ее Мион. Не знаю, заметила ли она ошибку. Да. Ну что ж. Конец главы будет скоро, думаю. Точнее, дня этого. Очередного. Третьего, на пошёк уже. После ужина я привычно расслабленно смотрю телевизор. Может показаться, что я бездарно трачу время, но на самом деле я собираю различные сведения. От состояния дел в государстве до незначительных мелочей. Я вовсю пользуюсь временем после ужина, когда насытившиеся мозговые клетки работают наиболее плодотворно. Тупица! Токийская телебашня куда выше! А, чтоб тебя! Нынче вечером я проверяю знания, полученные из телевикторины, которые смотрю каждую неделю без перебоев. Сидя у телека, я даю правильные ответы на большинство вопросов. Интересно, если бы я попал на ту сцену, проиграл бы ее с оглушительным треском или не очень? О. Кейти! Санадзаки-сан просит к телефону. Принял. Санадзаки? Не он? Поздновато уже для звонков-то. У меня дурное предчувствие. О том, что звонит она по поводу клуба. Неужели на завтра что-то этакое замышляет? Но это же Мион. Возьмет и потребует немедленно явиться на собрание клуба. Сейчас, кстати, 8 вечера. Алло. Нет, я не пойду на ночное собрание клуба. Да нет же, я... Мион-то Мион, только говорит как-то странно. А вдруг это... Извини, ты, наверное... Шион? Да. Добрейшего вечера. Прошу прощения за столь поздний звонок. Для Мион такая вежливость неестественная. Но вежливо Шион воспринимается очень легко. Хотя, по сути дела, они обе один и тот же человек. Грустно усмехаясь, я продолжал странную, но смешную игру. Да я вовсе не против. Так зачем ты звонишь? Или звонишь? Кейтен, а тебе нравятся сладости там, тортики? С чего бы и мне их не любить, я же еще кто-то обжора. Я сенпень их обожаю. Замечательно. Знаешь, в нашем ресторане проходит летний смотр десертов. По ее словам, в ресторане меню присматривается каждое время года. И как видно, счастливчиков-дегустаторов определяют через лотерею. Десерты Англеморта пользуются большой славой. Попасть в дегустаторы нелегко, но не стану томить. Вот. Ну и что такое вот? Отсюда-то мне не видно. Впрочем, ты не про... Именно же. Я достала билетик дегустатора. Раз любишь вкусности, ничего предложения-то. Да что ты говоришь? С таким билетом я смогу лопать десерты до потери сознания? Пусть с давних времен говорят, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке, слишком уж хорош нынче сыр, я не смог удержаться и не вцепиться в него. Бесплатно поглощать десерты, пока пузо не лопнет, невероятно. Коль согласен, я описываю тебя в число дегустаторов. Завтра не забудь сказать свое имя на входе, тогда все будет. Все будет. Я что, смогу есть сколько угодно? Бесплатно. Ага, бесплатно. Десертов у нас много, посему лучше прийти на голодном. И обжираться, в общем. Уж не заманивает ли она меня во что-нибудь нехорошее? Поправит ли она Шиона? Или Мион, притворившись Шион, расставляет на меня какую-нибудь засаду? Да что со мной-то? Они же обе в одном теле. Понимаю, знаю, Китян, про что думаешь. Думаешь, слишком вкусно звучит, чтобы оказаться правдой, ага? Ик. Нет, я вовсе о другом думал. Икнул. Сеструха мне говорила, но ты, оказывается, и прямо на вранье не способен.
Очень милая черта на мой вкус. Хе-хе-хе-хе. Шион похихикала, как обычно смеется Мион. Ты только не подумай чего. Моя завтрашняя смена довольно быстро пройдет. И если тебя не затруднит, не могу ты со мной потом немного со мной погулять. Вот как. Смена быстро пройдет, значит. Угу. Кетин будет еще уплетать пирожные из обе щеки, а я уже все. Ну, никаких особых намерений у меня нет. Я не против с тобой погулять. Я никуда-то с тобой сходить хочу. Просто, знаешь, захотелось погулять с тобой вечерком. Отказываться нет причин. Можно прогуляться, раз она так настаивает. Кстати, мы ведь с тобой, похоже, теперь каждый день видимся. Верно, пометила. Ты дал согласие, а значит завтра я смогу снова тебя повидать. Чего? Что Мион несет? Ахахахаха, Кетин, у тебя голос чего-то такой нелепый стал. И что же с ним такое? Что добавил бы такое? Что бы добавил еще? Что же с ним такое? Такое, как Рена. Характерная черта, в общем, данного персонажа. Что любит повторять, который любит повторять в конце, в общем, слова. После его произнесения. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Она как-то узнала об охватившем лицо пожаре, хотя мы же не. А, это хотя мы не по видеофону беседуем. Видеофон? А что такое вообще? Видеофон, интересно, что такое? Надеюсь, что, в общем-то, это слово потом будет в списке этих, там, подсказок, не там, этих, заметок переводчика. Надеюсь, ты завтра придешь. Еще раз прошу прощения. Спокойной ночи. А, спокойной. Сообщив то, зачем мы звонила, Шен повесила трубку. А, мне кажется, на следующий день будет очень интересный момент. Сюжетный. А, мне так кажется. Если, конечно, я не забыл. Положив трубку, я вернулся в гостиную, где увидел выключенный телевизор и спящую в кресле качалки мать. А, телевизор включать не хотелось, так что я поднялся к себе в комнату. Что он столько для меня делает? Принесла коробку с едой, спасла от неминучей беды. Они, по идее, две разные личности, поэтому о школе я имен благодарить не могу. А хоть бы и поблагодарил, она бы сказала передать сестре. Благодарить надо Шион. Надо бы завтра оплатить Шион чем-то приятным. Когда по Чицикаде или Хигураси Нинаку Карани, 27 серия, 27 эпизод. Продолжение следует. Интересное впереди. Ага. Но у подсказки, что стало с тремя хулиганами? А давайте узнаем, что стало с ними там. Что же стало с тремя хулиганами? Что же с ними случилось? Какого хера нас арестовывают? Мать твою, на язык у них, конечно. Убери руки. Ваша мать. Чё ж не там? Да. Хрен выговоришь. Не пристало какие-то будто, но сокращенные варианты. Кума-тян, можешь их отпустить? Прошу, присядьте. Видать, Кумагай-кун со товарищи слишком крепко их сдерживали. Троица, кривясь, растирала запястье. Ха-ха-ха-ха-ха. Парни, не поймите неправильно. Ладно. Мы вас не арестовываем. Кума-тян, не мог бы ты достать из холодильника чего-нибудь выпить? Эй, ребятишки, вам ячменного чая с пузырьками? Вам ячменного чая с пузырьками или алибес? С пузыриками, точнее, алибес. Развалившись на диване в приемной, они уже не орали, но выглядели по-прежнему мрачно. Завидую молодости. Так мне, погляжу, придется выпить в гордом одиночестве. Прошу прощения. На работе пить пиво самое то. Увидав, как я с видимым наслаждением пью пиво, трое переглянулись и сами потянулись к пивным банкам. Вели они себя все так же сторожку, но и отказываться им повода нет. Они вскрыли банки, начали пить. Так вы откуда, ребятки? Вы же не местные, правильно? Они озабоченно переглянулись, говорите или нет. Вы из училища? Товарищи, я полагаю, решили небось устроить поездку на мотоциклах.
Мне аж и завидно. Молчание. Отсюда до вашего дома далековато, я полагаю. Откуда вы? Из Осаки. Да те-то какое дело? Ну-ну, не кипятись. Вы же понимаете, что с вами стало бы, останься вы там. Похоже, они снова начали переживать случившееся. Вероятно, им не впервые отбиваться от нападения такой же хулиганистой молодежи-то. Но не думаю, что их когда-нибудь зажимали в кольцо местные обои у пола и всех возрастов. Легко представить, какой страх им пришлось пережить, испытать. Жили бы вы здесь, вы бы и пальцем никогда не посмели тронуть кого-либо с Кинзава. Они довольно своеобразный народ. Тут отнюдь не родители вступаются за своих ребятишек в драки. Тут, если зацепишь до одного, по твоей душе придет вся деревня. И поверьте, я не преувеличиваю. Они не отвечали. Ну еще бы, на собственной шкуре же убедились. В здешних местах так. Если на вас косо глядят хиномидзавские жители, вас, грубо говоря, похитят демоны и прости-прощай. Вдруг без каких-либо улик. Если вы, ребята, попадете бесследно, если у вас где-то семья, которая станет... Если у вас где-то семья, которая станет вас искать... Коль нет, это плохо. Вы просто-напросто исчезнете. Не знаю, как это называется, хм-хм какой-то. Им повезло, что вы явились как раз вовремя. А то кто знает, что бы случилось. Что мы явились, точнее, им повезло. Затолкали бы их в темный переулочек и не сидеть. Ой. Черт у нас чувствует. Затолкали бы их в темный переулочек и не сидели бы они сейчас на диванчике, а украшали собой прозекторскую. Да, шучу. Вообще-то, найти тела было бы очень круто. Ну и как вы попали в Акиномию, ребята? Поездом? На мотоциклах? На мотоциклах? Как нехорошо. Неужели они до сих пор там стоят? Вернётесь за мотоциклами, вас точно побьют. Чего? На! Ну и пускай. Тише, тише. И чего нынче молодежь такая крикливая? Вы же не хотите нажить на себя дополнительных неприятностей? Скажите номера своих мотоциклов. Мы привезем их сюда. А мы привезем их сюда. Куматян, позайми стойка у товарищей из дорожного патрульного эвакуатора. Есть! Там и чё? Там и ничего. Сами достанем. Неужели вы так хотите снова попасться в окружение? Полиция-то может и не поспеть вовремя. Да чё нам станется? Нехай себя окружают. Эй, ребятки, вы же только что выпили ячменного чая с пузыриками, верно? Попробуйте завести мотор. Я тут же побежу вас за езду в пьяном виде. Ублюдок! Я говорю, что привезу сюда мотоцикл за счет налогоплательщиков. И так вы меня называете? А ну-ка быстро сказали свои номера, засранцы. С номерами то ли замялись. Говорили всякие глупости, мол, только купили номера, еще не запомнили. Да, как и думал. Фух. Куматян, сгоняй-ка с ребятами на эвакуаторе. Заберите красную Ямаху с разбитой правой задней фарой. Еще белую со жвачкой на сиденье. Правильно? Ваши мотоциклы, ребятки? Они не отвечали. Правильно, значит. Да, молчание — знак согласия. Ой, Сесан, эвакуатор подъехал, я пойду. Да-да, благодарю за службу. Ах да, Куматин, еще кое-что. Что такое? Пробей номера, пожалуйста. Некрасиво выйдет, если привезем не те мотоциклы. Трое изменились в лице. Эх, как же вас легко раскусить, а? Ну а пока их не привезли, давайте-ка отдохнем. Еще пиво хотите? Закусь у нас тоже имеется. Телевизор посмотрим. Сейчас, правда, по нему ничего интересного не идет. Забей, мы сваливаем. Нам здесь не нравится. Только тут они заметили, что вокруг стоит 5-6 крепко сложенных полицейских. Их недобрые взгляды придавили парни к дивану. Чего вам от нас надо? Поездка на краденных мотоциклах, попытка вымогательства. Заняться им больше не этим, что ли? Все, конец. Заняться им больше нечем, что ли?
Ну да, нечем, видимо. Так, заметки переводчика. День четвертый уже, точнее, оказывается, а не третий. Прошу. Совет по делам образования. В каждом крупном городе и каждой префектуре Японии назначается выборный совет по делам образования. Он заведует всеми школами свои административные единицы, утверждает учебники, программы там занятий, руководит питанием и так далее. Торонагаси. Буквы. Плавающие, буквально точнее, плавающие фонарики. Торонагаси – обряд, в котором бумажные фонарики спускают на воду в память об умерших. Обычно проводится на последний день фестиваля. Обон – трехдневный праздник поминовения усопших. Проводится с 13 по 15 июля, либо августа, с тем, чтобы помочь духам умерших вернуться в загробный мир. Очень берущий за душу зрелище. Синтоистская жрица. Иначе Мика. Одеяние состоит из белого верха с красными штанами. Хакама или как там? Хакама. Не знаю, ударение как здесь ставится. Что-то здесь не помещается. Что интересно. Долг ничем не отличается от долга жриц в других странах. Футоны. Если вы до сих пор не знаете, футоны – такой особенный японский матрас. Хотя более точное определение – это спальный мешок, так как они служат одновременно и матрасом, и теплым одеялом. В Японии полы покрываются циновками, татами. Оттого-то принято снимать обувь при заходе в жилой дом. Поэтому на них можно спать спокойно, не опасаясь простуды. Клатушка для моти. На Новый год и другие праздники принято делать сладкие рисовые лепешки моти. Делают их, отбивая отваренный сладкий рис с огромной клатушкой на длинной ручке, а рис в катке тем временем ворочают и замачивают. А так как рис отбивает вдвоем, один поворачивает, мешает и мочит, второй же бьет клатушкой, необходима очень четкая и слаженная работа, иначе тот, кто молотит, легко может покалечить товарища, естественно. Три кубика железный шар. Отсылка к одной из игр про Марио. Какой интересный. Отсылка к одной из игр про Марио. Только какой, не знаю. Фартук с длинными рукавами. Японский фартук под названием каппоги. Длинные мешковатые рукава заканчиваются на предплечьях. Нужны, чтобы не изляпать кимоно пищи и приготовки. Завязывается на загривке и на поясе. В длину, как обычный фартук, до колен. Полицейский спецназ. Имеется в виду их аналог ОМОНа, подразделения Кидотай. Отличается спектром задач, а именно выполняет все те задачи ОМОНа, которые не выполняет СОБР. Проще говоря, только поддерживают общественный порядок, преследование и уничтожение вооруженных преступников не входит в их задачи. На всякий случай, есть одна подходящая цитата для тех, кто плохо разбирается в контексте. Из воинского требника Варажников позволил себе слегка подправить знаки препинания. Внемлите. Всякого дурака своя песня найдет и поведет. Столь затейливая, что ум от глупости в ней неотличим. Столь за душу хватающая, что и не заметишь, как прижмешься не к правой стороне, а противоположной. Потому заранее примечая, от кого-то песня, кто автор, чего хочет. Прозекторская. Комната для проведения необходимых судебно-медицинскому анализу вскрытий. Ой, и все? Так, все, видимо. Ворвалась неожиданно, что-то. В этот раз ничего такого не случилось. Когда этого бывает, всякие моменты интересные. Так, сохраняемся, конечно же. Фух, пятый день начнется. Так, конечно, можно серию закончить, а можно ее и продолжить немножко. Так, я знал, что клубной встречи не будет еще до того, как нам сообщил Мион. Так. А ведь Шон лично пригласил меня на сегодняшний десертный пир горой.
Я нарочно не доел половину обеда, так сильнее проголодалась. Проголодаюсь. О, ты сегодня радостный, Кейти Кун. А, не то, снова. Знаешь, о чем-то хорошем? Хорошем. От нее вообще можно что-либо скрыть? Рена, улыбаясь, полыпопытствовала о причине моего хорошего настроения. Ну а что такого? Почему бы не пригласить Рену на бесплатное угощение? Ох, ну а Шон же говорила что-то там про билетик. Скорее всего, сегодня в ресторан можно зайти только лишь по билетикам. По билетам. Угу. И тогда я помру от стыда, если неприглашенную мною Рену не пустят. Ага. Повезло, невзначай. Расскажу завтра. И думается, Рена, ты обзавидуешься. Ух ты! И как же? Тебе повезло. Ну что-то миленькое. Миленькое? И верно, как бы я показался в форме официанточек Ангел Морта. Рена точно сойдет при ее впаде. Ой, Рена точно сойдет при ее виде с ума. Может быть. Миленькая. Да, можно так и сказать. И что же? Что там такое? И как же тебе повезло, угадай-ка. А? Уж не играл ли ты в лотерею, которую Ангел Морт проводил месяца два назад? Чё, выиграл? Эй, два месяца назад я сюда еще не приехал. И верно. Стало быть, повезло тебе не с десертным праздником ангелов. Митя, а что такое десертный праздник ангелов? Не знаешь ресторана по названию Ангел Морт, что стоит напротив станции Акиномия? Там каждые три месяца проводится смотр новых десертов. И сегодня как раз такой день. Ой, не думаю, что на него просто так попадешь. Зайти смогут лишь они, победители лотереи. Мёна сказала мне то же, что вчера вечером объяснил Шион. Отныне Рена тоже станет в него ходить. Она выиграет в лотерею и попадет на следующий праздник десертов. Ахахаха, ну попробуй. Слыхал я, как Аске сложно достать билеты, что их аж на из-под полы продают и за большие деньги. Услышав такое, я куда больше проникся восхищением к сумевшей достать билетик Шион. Я-то думал, что мне попросту повезло на бесплатные вкусности, но на самом деле на ценность билета во много раз выше. Мой долг перед Шион все больше. Спасибо. Я не знал, какую ценность он представляет. Едва слышно прошептал я, чтобы только Мион могла меня слышать. Мельком заглянув мне в глаза, Мион слегка недоуменно улыбнулась. Чего? Ты что-то сказал? Не говори, мне сейчас неудобно. Словно так она хотела сказать улыбкой. Ага. Спасибо, надо говорить иной Мион, а не нынешний. Что ж, я сегодня иду в ресторан. Там и скажу Мион большое спасибо, когда та обернется Шион. Ну да. Ну, дядька Мион опять вынужден вас покинуть. Работенки сегодня навалом. Свидимся. Жизнерадостно помахав на прощание, Мион удалилась. Слушай-ка, Кейти-кун, Мии-тян себя так странно вести стала на нех. Такая веселая, такая вся праздничная. Думаешь? Временами чутье Рены остро до невероятия. И никакой необычности Мион не подметил, но, видать, Рена чувствует подругу лучше меня. Неужто не знаешь, Кейти-кун? Я-то считала, что ты все понимаешь, и сам. Намекающе улыбнувшись, Рена крутнулась, прошелестев юбкой. Но что и откуда мне знать? Звучит неестественно, ага, только вот я не вру. Честно, я ни черта не понимаю. И был бы очень рад, если бы кто-нибудь разъяснил, почему она разделила себя на Мион и Шион, и поочередно являет их мне. Рену, видно, мое явное непонимание не смутило. А вот как? И что же с ней такое?
Но если Митян хорошо, то Рына тоже счастлива. Хау! Она ликующе закружилась, расставив руки. Почему, не знаю, но Рына испытывала большой душевный подъем. Едва не рассмеялся, заразившись ее радостью. Цикады тоже радостно стрекотали. Только вот Рына резко прекратила беспечно кружиться, а взгляд миг стал серьезен. Совсем недавно Митян очень больно ранили. Чего? Совсем недавно? А, я, кажется, догадываюсь. Момент, хотя как бы только что навел, давно уже читал. Ранили... А? Рына явно не про телесное ранение говорит. Вначале она притворяла, что ей все равно, но это ведь как и настоящая рана. Рана начала пухнуть. Получилась большая опухоль. В конце концов, она не смогла терпеть боль и проснулась посреди ночи. Тогда она позвонила Рыне. Митян рыдала. Извини, ты о чем вообще? О чем я? Ах, Рына о чем-то тебе рассказывала? Рассказывала? Слушай, не вали дурака. Ты только что... Ах, не знаю. Рына ничего не знает. Хау. Дурашливо хихикая, та вновь стала кружиться, покуда не свалилась на четвереньки, потеряв равновесие. Хау. В глазах кружится... О, дурная. На какой-то докружилась так, будто крыша поехала. Извини, Хау, мне дурно. Подсобил глупышке подняться. Она шаталась из стороны в сторону, весьма убедительно, изображая подвыпившего мужика. Говорил с 5 на 10 о том, о сём. А в ответ я посмеивался над её глупостями. Так и не удалось в итоге переспросить, о чем она там говорила. Попал домой, сбросил сумку в комнату, торопливо переоделся. Пустота в желудке начинала напоминать о себе. Кишки грозно урчали. Вперед же, в Ангел Морт. Бесподобную вселенную бесплатных и бесконечных десертов. К битве готов. Погнали! И помчались. Над рестораном Ангел Морт воцарил совсем иной настрой, чем до ныне. Десертный праздник, вход только для приглашенных. Однако ж перед входом в ресторан толклись где-то 10 парней. Похоже, пригласительных билетов не получили, вот и толпятся теперь, завистливо пожирая глазами местечко. Ничего не толпятся, коль не могут зайти. Ответ пришел сразу же, только я, пробравшись меж них, ступил на подымавшуюся ко входу в ресторан лестницу. Ты выиграл лотерею? Билет с тобой? Вроде того. Повезло. Толпа тотчас же за меня надвинулась. Словно давка переполненной электрички. Что за... Как они рассказали, каждый билет позволяет не одному пройти в ресторан, а сразу четырем. А, вот как. Эх, как бы знал раньше, пригласил бы Рену до всех остальных-то. Спасибо вам большое. Но теперь уже ничего не поделаешь. И небрежно улыбнулся, стараясь не обращать внимания. И тут они все разом протянули ко мне руки, как молящие о спасении несчастные души в аду. Возьми нас с собой! Вот же ж никчемные. Теперь понятно, почему они толпились перед входом. Ко мне умоляюще протянулись их бесчисленные потные грабли. Надо сматываться. Мне оставался всего-то последний пролет лестницы. Шустрый какой! Лови его! Идите к черту! Я взлетел по лестнице и скакнул внутрь ресторана. Граница пересечена. Нечисто плотные мертвецы озлобленно глазели с другой стороны двери, на все лады осыпая меня проклятиями. Но ресторанная прохлада недосягаема для уличных звуков. И плевать мне на них, тем более плевать, что меня приветствует милашка-официанточка, улыбаясь небесной улыбкой. Смеяться, конечно, не должно, все же я не могу остановить злорадствующего хихиканья. Здравствуйте, добро пожаловать в Ангел Морт. Сегодня мы проводим праздник десертов, поэтому пройти можно только по билету. Не могли бы вы показать билет и представиться?
Билеты я не принес, но фамилия должна быть в списке. Маибара я. Маибара. Маибара. Да, есть. Не могли бы вы назвать свое полное имя? Кейти. Маибара Кейти. Прошу прощения за заминку. Маибара Кейти Саммерс есть в списке почетных гостей. Позвольте провести вас к месту. Идите за мной. Внутри жизнь была била ключом. На сиденьях не найдешь свободного места. Жутковатая картина неопрятного вида парня, жадно поедающий дивные прелестные сладости. Шивен появилась, только я сел на указанное место. Здравствуй. Добро пожаловать в Англморт. Здорово, Шивен. Спасибо тебе огромное за приглашение. Я у тебя в долгу. Заждалась ли я тебя? Хорошо, что пришел. Она говорила чуть отстраненно из-за присутствия других посетителей, зато улыбалась все той же чудесной улыбкой. Как видишь, сегодня у нас кутерьма. Не знаю, смогу ли смениться вовремя. Но прошу, подожди, пока моя смена закончится. А потом пойдем веселиться. Прошептала Шион мне на ухо, после чего, подмигнув, ушла на кухню. Возможно, дело праздничной суматохи, но Шион ведет себя весьма таки смело. Легко заставила сердце часто стучать. И... Так, простите за ожидание. Пока я осматривался в праздничной обстановке, на столик начали подавать один летний десерт за другим. Глядеть либо дорого. Понятно, то, что сегодня целый день можно насыщать себя сладостями, сколько влезет, есть и высочайшая ценность билета. Именно. Причем вкус у каждого десерта отменный. На любой, на самый привередливый вкус у них находились лакомства. Придраться захочешь, не найдешь к чему. Сколько ни пытайся, а всех десертов один я никак не прикончу. А, ну и ладно. По правде сказать, неуютно тут. Посетители какие-то слишком разгоряченные. Остальные столики забиты под завязку. Неряшливые взрослые реально поедают прелестные сладости, а некоторые вдобавок дочисто вылизывают тарелки, что довольно-таки жутковато. Заинтересовавшись, я прислушался к их разговорам и сколько же услышал. А что, в общем, он в итоге услышал, думаю, узнаем мы, наверное, в следующей серии. В общем, на этом мы закончим. Данную серию так сохранимся, конечно же. День у нас пятый идет уже по счету. Десертный праздник называется. В общем, на этом мы закончим данную серию. Если видео понравится, то поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии. Только лишь конструктивную критику без мата и оскорблений. С вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star.